Перезагрузка становится модной. Вслед за Вашингтоном наладить отношения с Москвой и нажать на виртуальную кнопку «Рестарт» пытаются в Варшаве. Новоизбранный президент Польши Бронислав Комаровский не скрывает, отношения с Кремлем должны быть переосмыслены. Как? Осмысливать это будут в октябре, во время визита Дмитрия Медведева в Варшаву. Думаю, что это хорошо, что наши отношения между Польшей и Россией будут лучше, будут добрые. Наверное, надо, конечно, принимать президента такой страны, как Россия. Это все-таки наш сосед. Надо разговаривать, но еще большой вопрос, какие будут предметы этих разговоров. Если в этих разговорах будет независимость Грузии, если в этих разговорах будет также и свобода, свободная Украина, если будут права заключенных в России, если будет Чеченская республика, чеченская тема, это да. Но если будет только газ и нефть, это большой демократический прокол наших властей. К приезду главы российского государства готовится и польская оппозиция. Поводов для недовольства хватает. Отказ России выдать обломки самолета бывшего президента Леха Качинского вызвало негодование поляков. Российский аргумент «расследование не завершено» не сработал. В Польше многие считают, смоленская авиакатастрофа может стать серьезным камнем преткновения в предстоящих переговорах. Очень отрицательно смотрю на этот визит, он ничего не даст. Пока Россия не выполнит просто некоторых условий. Одно – это следствие Смоленской катастрофы. Представители стран-партнеров Польши по Евросоюзу не спешат с выводами. Они уверены, новая польская власть еще не определилась с курсом, а значит, итоги предстоящего визита Медведева могут быть разными. Еще недавно закончились выборы президента Польши. Так твердо сказать, какую позицию займет новый президент Польши, еще трудновато. Но все-таки я думаю, что бывший президент, погибший президент, имел более принципиальную позицию и отношение России. И все же, несмотря на очевидное желание польской стороны наладить партнерство, аналитики отмечают, рука, протянутая Комаровским Медведеву, может повиснуть в воздухе из-за раздражающих факторов. И тогда перезагрузки, скорее всего, не получится. Несколько лет назад Владимир Путин, будучи президентом России, отменил свой визит в Копенгаген из-за скандала, связанного с пребыванием в Дании Ахмеда Закаева. Аналогичный скандал разгорелся и в Польше, потому политологи уверены, визит в Варшаву президента Медведева под большим вопросом. Звиат Чедлишвили, Игорь Атабаги, Диана Тусунян, Кавказ-1, Варшава, Польша.